Всем привет, дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. Рада, что заглянули ко мне на огонек. Представляю вашему вниманию видеообзор наших окрестностей. Вот такие у нас шикарные поля, леса, дали. Этой красотой я и хочу поделиться с вами немножечко, друзья. Ваша Алена Колосова. Кому интересно, оставайтесь со мной до конца. Видео сделаны в разные дни, поэтому не удивляйтесь количеству снега на экране. Здесь вы видите одну из первых бобровых плотин, которую мы посетили. Какая красота утром 7 января 2022 года, друзья! Красота! Снежок, морозик. И мы на прогулочке, да? Все, как всегда, на прогулке. Всех, друзья, с Рождеством, кто сегодня празднует этот праздник. А мы идем гулять.
километров, но домой. Пошли домой, домой, домой. Умка, не отклоняйся от курса. Все домой. Все домой. Я домой. Вон наша дорога. Все идем домой. А здесь, друзья, морозное утро 12 января. И мы с Умником вышли на прогулку, чтобы заснять для вас вот эту красоту. Умка, ты рад? Посмотрите, как радуется Умка. Ума, что с тобой? Я не могу не поделиться с вами, друзья, этой красотой. Сегодня у нас мороз 15 градусов. В доме топится печка. Приятно потрескивают дрова. Но эта красота ни с чем не сравнима, правда? Оставайтесь здоровы, друзья. Берегите себя и своих близких. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ваша Алена Колосова. И там вдалеке вот Умка гуляет. Ума, ко мне, ко мне, ко мне. Не бежит. О, бежит, 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 бежит. Умка бежит пожелать вам всем здоровья, друзья. Всем пока-пока! Всем хорошего дня, друзья!